Бродяга! 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 У вас? Лопатку уже купили. На! У вас? Трудяга! Бродяга! Трудяга, да? Андрюха, кошелек. Шапка же у тебя была? А, шапка, да, у меня. Молодец. Все. Все, поехали. А здесь ну, Маша, вот где-то. Вот Боже, как классно. В общем, вот вообще классно. Да. Парик очень классный. Ну, щелкай. С щелкой, да, вам щелкай. Не идет. Щелкай, мне не идет вот щелки. Вот что там, что видно. Ну, а, конечно, да. Парик совсем шикарный. Другое. Совсем. Вообще шикарно. Так, вот такой вот. Палка вот эта. Ага. Угу. Печелочка. Вот видите, на модели по одному сидит на вот. Вот, видите. Ага. Угу. Вот. Ну, вот это. Сашка. Подождите, надо расчесаться. Ну, повернись, я папке покажу. Да, папка против парикол. Да? Ну, да. Она, кстати, ну вот этот более-менее что-то лучше. Да. А знаешь почему? Тут чуть выше надо. Мне. Угу. А, может просто сел не так? Не-не-не. Просто чуть-чуть а выше. Не хотите, натурально хочу. Вот такой. Нет, вот, не вот хочу. Такой, вот такой попробовать. Маринка, ты такой себе не хочешь? Вы помните, что я вам говорила? Ну такой бы классно был. Не, это точно нет, мам. А вот ты сейчас более и предложи что-нибудь. С той стороны выйди, с той стороны выйди. Там видно как. С той стороны сейчас. Андрей, иди по цвету. Сейчас. А если вот такой, во, я на него смотрю. Такой? Ну. А какой ты показал? Вот ну, этот. Я вот этот показал. А вот этот. Этот? Ну. Не знаю. Мне не нравится вообще вот это, что короткое. Угу. У нее тут шея широкая, угу. И вообще такое нельзя. Ну, вот, это намного лучше. Да. Просто у вас сливалось ну, вот это вот намного лучше. А сейчас вот как-то стало, да. Да, но я никогда не носила, не знаю. Что думаю. А ну. Ладно, пойду очистить, девочка. Здравствуйте. А ну покажись мне еще. Я не обратил на. Нет, тут более потемнее намного лучше, чем. Мне кажется, так. Не. Это самое лучшее. Ладно, красиво. Мам, а ну покажи, как Алла Пугачева. Юбилею Аллы Борисовны. Ну. Сегодня мы такие приемные сейчас. А ну этот. Басков. Не знаю, мам, мне кажется, потемнее нужно немножко. Русы хотя бы. Потемнее, но на черный. Ну, точно, не баска. Черный, но русы хотя бы. Русы какой-то вот. Как там вот он? Почему я блондин на всю страну один? А как его правильно? Вот так одел и все, да? Там не, ну этот, мам, не. Не. А ну, мам, не, этот не. Мам, ну вы очень терпеливая. Ну. А. Подождите, вышли. Андрюха, можно я померяю что-нибудь себе куплю тоже? А зачем тебе нормальные волосы? А зачем тебе мерить? Подумай, что, допустим, это искусственный волос. Ты меня, кстати, парик. Ой, Катя, ну, ты что, берешь парик, Катя? Надо следить за детьми. Да. Слушай, она Катя уже парик примеряет. Красивый, очень хороший парик. Ну, кстати, ну, мама, какой модный. Он вообще классный парик. В общем, наверное, скорее всего, берем. Так я же не иностранка. Ну, вот вроде как наш человек, а вы не видите иностранку.
Дорогие друзья, в общем, берем вот такой, наверное, парик будем брать. Подождите. Цена его сколько, мам? 250 рублей, да. 250 рублей. Ну, и здесь очень хорошее качество парика. Да. Володя, привет, узнай меня. Ну, папка, жди мамку уже в новом обличии. Все-таки чулочка уже в моем возрасте. Я ее люблю, конечно, но это хорошо. А, что, что? Классно. Вот это ну, все, мам, да. Вам и жарко не будет, понимаете? Да, все, мам, поменяла имидж. Да, поменяла имидж, все. А это уже с париком. А ну-ка. Вообще, Марина, ну посмотри. Ну, я не знаю, ну тоже неплохо. Не узнаю вас в гриме. Не узнаю вас в гриме вообще. Сейчас старика покажу. Такая леди.